находимся в Леганесе, в Испании, на территории университета Карла III. Зашел спор по поводу того, чей это локомотив, чей это поезд. И путем некоторых наблюдений пришли к логическому выводу, что это настоящий испанский поезд. Выясняется это очень просто. Нужно обратить внимание на ширину колеи. Это так называемая Иберийская колея. Для тех, кто живет в России и видел рельсы хотя бы в метро, они сразу могут на глаз определить, что это гораздо шире. А Иберийская колея как раз 1660 с чем-то миллиметров. Не помню точно. А в России 1520. А во всей Европе цивилизованной, обычной, 1469 или 8. Поэтому это испанский поезд. Спасибо за внимание.